Победителей конкурса «Сердце отдаю детям» чествовали в администрации. На аппаратном совещании глава города поблагодарил Наталью Мустафу и Вадима Пыхова за работу и вручил грамоты. Награждается Пыхов Вадим Олегович. Участвую в областных, всероссийских конкурсах, занимают лучшие места, отмечают интерес к работе. И не просто такими отдельными вспышками, а это на протяжении многих лет из поколения в поколение передается. Поэтому примите самые искренние поздравления за те успехи, которые вы достигли. От нас, от всех, еще раз поздравляем вас с наступающим Новым годом. И так держать. Всего самого хорошего.